В Ульяновске достаточно развита система дополнительного образования. Секции, музыкальные школы и всевозможные кружки. Занятия для раскрытия детских талантов можно найти на любой вкус. Для процветания учебных заведений решено создать корпорацию развития дополнительного образования. По этому поводу и состоялась встреча в областном дворце творчества детей и молодежи. Вот сам механизм финансирования будет как раз курироваться корпорацией развития дополнительного образования. Кроме того, планируется участие в грантах, что позволит также привлечь дополнительное финансирование в систему дополнительного образования. Преподаватели, руководители творческих коллективов и заинтересованные родители узнали о планах развития учебных центров. Объединить все учреждения в корпорацию необходимо для того, чтобы финансирование всех объектов было комплексным и стабильным. К слову, улучшать условия планируется и в негосударственных учебных заведениях. В программу войдет и денежная поддержка ребят. Именно через систему доп. Образования мы сможем с вами в массовом порядке выявить способность детей, сформировать начальные профессиональные навыки и долгосрочный интерес детей к жизни в обществе. Все действия которых донесли на официальной встрече, направлены на воплощение в жизнь национального проекта «Образование». Если корпорация будет создана вовремя, то есть до декабря этого года, то уже в 2019-м наш регион сможет попасть в федеральную грантовую программу. Виктория Чиркова, Юрий Ломатов, новости Ульяновской правды.